подождем, посмотрим. Я думаю, скоро дадут соперника. Но бой подтвержден на 26 число. Да, да. Ну хорошо, что ты это уже в курсе. Хабиб даже? Ты же закинул, что? Да, да, да. Не, ему скоро соперник, я не знаю, чем он занимается здесь. У него скоро соперника, ему дадут, ему дату назначили. Ну, свадьба у человека была. Ну и что, какая разница? Соперник не будет спрашивать, что у тебя там было, свадьба? Это еще не точно, у него сейчас дома новый менеджер появился там же. Вот это уже затрудняет уже конкретно вопрос. Смотри, вот это все, что я говорил, это может отмениться. Отец всегда говорил, что с сегодняшнего дня 51% пакета переходит там. Домой, с правом решения и голоса, да, да. Да, так что я думаю, что мы в общем всей командой соберемся, напишем отпросительное письмо, подписи, все, печать отправим. Если дома печать поставят, он вылетит. Если нет, то попросим, да, чтобы хоть на после Рамадана, чтобы где-то июль, август, чтобы отпустили, подрался. Так что теперь две визы. Просто ислам думает так, как у него дома у всех. Я нормально дал исламу тебе, честно говоря. А, ислам, нормально дал даже. Я после свадьбы 3 боя провел, у меня нормально все. Знаешь, он печать поставил, она печать поставила. Это там процентные отношения. Не-не-не, у ислама один отмененный бой есть из-за свадьбы. Да. Он сказал, что у меня свадьба, я не могу подраться. Было такое. Все, подняли чуть настроение.